Привет-привет, наши дорогие. Я пошла выгуливать свое новое платье. Оно шикарное, я считаю. Для вас специально. Хорошо. Ну, в сентябре, мы, наверное, в сентябре на следующий год. Но меня не шьют. На китов не шьют. Глаза не стало судьба. Там около пляжа. Шарик один. Не знаю, куда идем. Куда они идут? А, покушать. Баба, я хочу мороженое. Щербет мы купим завтра. Баба. Торт. Баба. Ну идем. Мороженое зачем? Я мороженое. Уже вся улица цветет. Я хочу мороженое. Идем. Все она скрывает. Идем маму кормить. Идем кормить маму. Мами, пап, а купи мне мороженое. Сейчас будет по карточкам, куплю. Крем для лица питательный, останавливающий. Это все перцы. Там перчики, видишь, какие растут. А мама казала. Везем домой? А вот дедушка перец. Хотела я себе купить ложку, а купила платье. Но думаю, что вы меня простите. Я могу и железным половником поесть. А? Закрыто. Чё-то я сегодня, наверное, перегрелась. Мы долго... Ну как долго? Сколько мы? Часа два, наверное, да, на пляже. Уже все, не хочется идти. Уже чемоданы, настроение. Здесь по карточкам-то, наверное, нет, я бы и купила. У меня налички всегда пустота. А вот какой-то, что такое за магазин? Вообще никогда не помню. Кот Казан. Я хочу кот Казан. Вик, пойдем еще посмотрим мороженое. Вот здесь. Вот мороженое. А вот 50 рублей, Аня. Мама, можно мне обузика? Да. Вот, наверное, тут развесной что ли? А, вон, ну, написали, вот 50 думаю, рублей. А есть запрещено шайка? Входить? Какие шайки? А вот хорошо. Нет. Людям не разумно. Можно? Нет. Вик, убери руки. И сидеть. Вика, оно все размороженное. Пойдем дальше. Покажи мне. Не покажу. Все, пошли. Давай руку. Клова нет уже. Все, брат, поздавчик. Заберу. Сейчас клубе. Ань, мы еще в ту сторону не ходили. Ага. Вот, работу искать пойдем. И жить на юге. Сейчас найдем место, работу. А я же не знаю, что ты приехала или нет, а я и так не знаю. Здесь вот тоже большое все, а по карточкам нельзя. Или переводом, или вот мне вот это не нравится. Это лишнее время. Ну то, что или наличка, или по карточкам нельзя, ну или переводом. Куда пойдем-то? Пошли есть, все. Я буду. Салатик хрустит. Мама, ну куда? Ура, Анушка сказала, пошлите есть. Сейчас будем жрать. Куда пойдем-то? Опять же, мне что-то с той столовой не очень понравилось. Какой именно? Который мы вчера ели. Нет, вчера. А куда пойдем? Ура. Анушка что-то задумала, знаете, на ее хитрую улыбку. Что-то она думает. Мы идем пораньше, чтобы пораньше лететь отдохнуть. Черт. Вот ее здесь не увозишь, а она уже к вечеру начинает капризничать.
пошли на набережную, в столовую, где мы последний день были. Мы там не были. Мы сидели в школе. Пойдем туда. Ну, мы идем одной и той же дорогой.